Депутаты ЛТМН одобрили выделение 2 миллиардов рублей на погашение долгов крупнейшей теплоснабжающей организации республики ГУП ЖКХ. Средства направляются в рамках плана оздоровления предприятия, предоставляющего жилищно-коммунальные услуги в 26 муниципальных районах и 337 населенных пунктах Якутии. В компании работает 9,5 тысяч человек. Ранее сообщалось, что у предприятия накопилась задолженность по зарплате на сумму более 300 миллионов рублей. К настоящему времени она погашена. Однако ГУП ЖКХ в новом году необходимо будет погасить и кредиторскую задолженность.